В Екатеринбурге водитель внедорожника переехал женщину с ребенком. Страшная авария произошла сегодня на улице Самолетной, прямо на зебре. Первым дорогу начал переходить мужчина. Машины по обе стороны пешеходного перехода остановились. Следом, держа на руках ребенка, на зебру вышла 54-летняя екатеринбурженка. Но словно не видя ее, водитель Кашкая начал движение. В результате сбил и ее, и маленькую девочку. Ребенок от удара о капот упал на асфальт, но не пострадал. А вот женщине зажала ногу под колесом. Причем водитель иномарки не сразу это заметил и отъехал назад. Прибывшим автоинспекторам мужчина сказал, что не заметил пешехода из-за широкой стойки автомобиля. Пострадавшую госпитализировали с переломом стопы.